Основной доход в экономику Камысинского района приносит сельское хозяйство. В этом секторе задействовано более 80 ТО и крестьянских хозяйств. В районе растят 13 видов сельскохозяйственных культур. Это позволяет аграриям сохранять конкурентоспособность и экономическую стабильность. Объем валовой продукции сельского хозяйства в целом составляет 24 миллиарда тенге. За последние 10 месяцев в Камыстинском районе произведено около 3000 тонн мяса, 10 тысяч тонн молока и 4 миллиона яиц. На площади более чем в 300 тысяч гектаров аграрии засеяли зерновые, бобовые, масличные, кормовые культуры. Такие итоги года подвел аким Камыстинского района Ерлан Жаулыбаев. По его словам, для посева в регионе было закуплено более 2000 семян, около 300 тонн минералов. Обновлен парк сельхозтехники. Уборочная кампания началась 22 августа. На сегодняшний день хозяйствами района убрано 268 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 8 центнеров с гектара. В отрасли животноводства функционируют 74 хозяйства. На зиму заготовлено 37 тысяч тонн сена. В ближайшие 2 года в Камыстинском районе планируют реализовать 12 инвестиционных проектов на сумму свыше 2 миллиардов тенге. Проекты создадут около 30 новых рабочих мест. Совсем скоро запустят комбикормовый цех, племенное хозяйство и ангары для хранения зерна. В районе действует государственная программа «Аул Аманате». На сегодняшний день по программе выделено более 60 миллионов тенге, освоено 15 заявок, создано 15 рабочих мест. В сфере предпринимательства профинансировано 2 проекта на сумму 27 миллионов тенге. Почти 700 миллионов тенге выделили в этом году на ремонт дорог. Больше половины из этих средств направлено на благоустройство внутрипоселковых улиц. Одна из главных задач, по словам акима Камыстинского района, это обеспечить население чистой питьевой водой. На строительство сетей водоснабжения в селах Адаевка и Бестубе из бюджета выделили около 1 миллиарда тенге. Двухгодичный проект обещают завершить на следующий год. В этом году произведена замена котельного оборудования в 3 школах, а также проведен текущий ремонт в 7 школах района. На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений выделено 104 миллиона тенге. В рамках программы АУ ЕЛБСГ реконструируют Карабатырскую общеобразовательную школу. Проект рассчитан на 2 года. Кроме того, ведется текущий ремонт центральной районной больницы. В районе реализуется еще 2 социально значимых проекта. В селе Адаевка это строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием. И в селе Арка возведут дом отдыха. Завершить работы власти планируют в ближайшие 2 года. Всего здесь функционируют 5 домов культуры, 13 библиотек, детская музыкальная школа, танцевальный зал и 2 года назад открытый коворкинг-центр. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Костанай.